Юбаухинь вунчичи мажнчем вышла ширембре мажичен республикара и кемешхут ялки на фестивале ирдеть. Она иргелегения электронла тогда кинодокументация под шалах архиве. Фестивале иртерме пили колобам Зуйлана Паян и лемли картина зине шубашка райончи фархигасы ялдыр хинче пурнагансем пахсягеленчеш. Кирилл Мочаловщин ял школьниче то хормыш классра обренеть кинофестивале и удаже зембе прилегильне. Халичень бызык экран жинче кинофильм зем шубашкарда щащ пахса чилитивал. Паян вара ялды клупрах кино гадартнитель дернена. Перегунда баян Карлсон берге кино гадартриш. Кун берге книге влазача. Халя вара он берге кино бахрам. Мана паян ги кинофестиваль келеша. Кун бе кино изня амал лагдарсан пиделай в плач. Ядарлы киномобиль бурдан архив фондинче упранаган илемлі фильмзене халі республикан бургдезінче де гадартма булай. Картина бахалы хиде сасыди кинотеатр дезінчень пірреде каямар. Архив ищенезен білдерні дырых ялзінче бурнаган сем киногурмат улыкам лба жүрешім. Кажал ұтларах хамар, наций фильмзене гадардашын. Шауытрах инде Россия жанзи уверни кинозгенде жанзесен калас булать. Ялда халги бутра пыски кразинде чынажакта кинозем ажазем шагалгура шешамраксем. Бирин бадарда баян чынакты биди бызы куяв. Эберна такшан бадах кетне. Кино шуле бушландыран бах. Паянын де педим халықшын. Ажа скулды ажазем жын. Сенял Бакровский шкул ажазем жын. Биди бызы куяв. Бирин бадашу башкартан кино гадартма гельне. Кунда индия ажазем гынамар асларах хиземде кетеш кинона. Вазини, дебиди интересли, шамраклыха, зайлет пердеще. Паян гигун савын за ажазем, мэле савын за бухаще. Узем кунда ялда итиха хула ран аякрамар булзасында, пурде изыгаймаще, ажазем мэле савын за ахылдатса гулаще. Педи савын епхамдашак фестивале пирин ялда, пирин клупраду нужен. Сиретем бек пузыктавда буш. Ялкина фестивальн программе Буянда Казаклыкашный Лабамрах и Гефильм Гадардаще. Фестиваль программинче буре вуны фильм. В день ежнче совет саманынче, расщере, тогда Чваш Андрею Гернисем, где бур кино уяве, Синдервари районче, Егор Шилов, тогда Азори, здесь тихие и лемли кинофильм зембе вишлене.